пожаловать в Чернобыль. Я достаточно стар, чтобы помнить аварию 86-го. Но сегодня вам предстоит столкнуться не только с радиацией, но и со старыми знакомыми из Блэквуд. На линии какие-то помехи. Будьте готовы к тому, что у нас могут возникнуть проблемы со связью. Затеяли Блэквуд на этот раз. Вам придется во всем этом разобраться. Смотрите на эти грибы, если их так можно назвать. В жизни не видел ничего подобного. Эти зомби больше не опасны, но есть и плохая новость. Почти наверняка это означает, что Оберон приготовил для нас что-то гораздо, гораздо хуже. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Начнет сходить с ума, дальше не суйтесь, иначе никакие медики не помогут. Этих чертовых зомби охраняет специальное подразделение Блэквуд, так что легкой прогулки точно не ждите. Спасибо.
ценность. Захватите его, чтобы наши технари на него взглянули. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Жижа, которую вы здесь видите, появилась в Чернобыле неспроста. Пока мы знаем очень мало, но, судя по всему, она радиоактивна и напрямую связана с деятельностью Blackwood. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Thank you.
Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Готовьтесь к атаке с воздуха. Вы знаете, что делать. РПГ в ящиках рядом с вами. Уничтожьте врага. Помогите мне! Блэквуд бросают в бой свою летающую крепость Богомол. Кроме названия мы о ней почти ничего не знаем, но будьте уверены, она напичкана новейшим вооружением.
Да это настоящий бункер. Blackwood явно не хотят, чтобы мы увидели, что внутри. Поэтому будут сражаться, как одержимые. Эти турели защищены силовым полем. Попробуйте отключить его хотя бы на несколько секунд с помощью РПГ. Yeah.
двигайся, я помогу тебе, Рюндо. Благодарю за помощь. Еще бы чуть-чуть и... Спасибо тебе. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Давайте узнаем, что здесь творится. Подключайтесь к терминалам. Отлично, мы начали получать данные. Я свяжусь с вами, когда они будут расшифрованы. Посмотрим. Это шаг вперед по сравнению с тупоголовыми зомби. Новый противник гораздо опаснее. Уничтожить его почти невозможно. У Седа есть одно слабое место. Бейте его на землю издалека, а потом быстро атакуйте в ближнем бою. Назад, бойцы! Сначала атакуйте его издалека. Не подходите близко. Он убьет вас одним ударом. Эту штуку можно уничтожить только холодным оружием. Кто не спрятался, я не виноват. Выходите и сражайтесь. Игра в прятки.